Ну, веди. Я, Марин, да, я переключусь на другой вид. Ой, какая самостоятельная девочка. Давай, пап, тебе поможет на дорожку. Ну что, давай на дорожку. А может, мама сядет? Нет, мам, не сядет. Мама, не сядешь. Не сядет, мам. Пойдем. Пусть мама здесь стоит. Пошли, а мы с тобой пойдем. Ну давай, мама, сядет. Нет, мама. Нет, мама. Нет, мама. Нет, мама. Нет, мама. Думаю, я уже тебя поняла. Нет, мама. Я даже уже не претендую. А папа сядет? Нет, мама. Не хотелось бы. Папа сядет? Не хотелось бы. Давай папа сядет. Нет? А кто сядет? Марина сядет. Марина сядет, слышишь? Да. Мама не сядет, папа не сядет. Марина Егоровна сядет. Вези к маме. Мама не хочет. Не хочет? Не хочет. А что ты не хочешь? Что ты не хочешь? А в снежки будем играть? Не, не надо, руки промахнуть. Смотри, сколько уток. Тан-тан-тан-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. Качается озеро, но не утки. Та-тан. Это голуби уже? Смотри, сколько. Смотри, их сколько. Покажи Платону, маме, родителям, бабушке, дедушке. Всем покажи, смотри, сколько. И Егор. Ой, сколько уток много. Ну, вот эти вот, по-моему, которые коричневые, это, по-моему, эти, как они называются, кряковые или как-то так. Утиные? Блажку снизу специалист по уткам. Да. Главный утолох в Воронеже. Это уточки. Я даже сейчас загуглю. Со мной не ржать. Я вам докажу всем. Как главный готовый. Мариша.